давайте зайдем в это здание. Давайте. Скажи, тут интересненько. Угу. Смотрите, тут можно найти своих подняшек. Угу. Но мы все равно поедем еще на соревнования. Не можно там тоже выбрать лошадь. То есть кто-то тут не будет брать лошадь. Можно я не буду? Конечно. А я, значит, буду водителем. Ладно, осторожнее только будешь есть. Хорошо. Кто-то тут стучит. О, какая красивая Паоли! Она просто идеальная! Я ее сделаю единорожкой. Хочу тут одно только пони. Мне нужно там находить пони. А теперь идем тебе и троим. Ты не будешь водить. Находим пони. Нам нужно туда ехать. Мне нужно находить пони. Вау, какая у тебя красивая пони. Да, я уже за ней устал ухаживать. Можешь ты за ней поухаживать? Конечно. Я на ней на соревнования буду. Ладно. Я себе вот такую выбрала. Тебе украсить их не нужно? Не нужно украсить. Фу, какая некрасивая пони. Давай лучше вот ты вот это возьмешь. На маленькое. Мне она нравится. Вот такое один. Да я вот эту номером возьму. Нет. Нет, хотя бы. Привет, привет. Хочу с вами взять. Вот какая она. Я мама маленькая. Вот это тоже лошадь. Вот это. Вот это. Ладно. Себе маленькую. Да я, наверное, тоже там. Похоже, какой-то черный. Мы едем еще туда, может, там каких-нибудь даже пони выберем. Других. Да. Я свой пони оставлю. Хорошо. Идите. Утрою. А мы вас будем. Я свой. Мы пришли, переделаем пони. Дайте я это. Поставляйте тут своих пони. Вот, цилиндр. Ну, а что это? Нет, не знаю, что это какое-то. Вау!
поняла, понял. Вот ничего. Давай поменяемся. Ну давай. Это свежая книжка. Какой-то конь черненький. Красавица. Можно мне вот эту твою украшу? Нет, я свою возьму. Нет, вот это. Не нахрен. Ну, только мне. Ты, у тебя будет на соревнованиях искать. Хорошо. Надеюсь, там красивенький пони. Да что это такая пони? Смотри, какая красивая. Мы на соревнованиях. Давай ты сначала будешь. А ты что на нее? Лишу! Она просто супер классная! Первая это будет наша смеленькая девочка, единорог. Кстати, Буги. Буги его зовут. А где моя паня? Паня, вот моя паня. Он даже не умеет говорить пони. Моя паня. Паня. Так, девочка, ты очень малая, поэтому ты будешь вот тут. Ты будешь вот тут. Куда? Лай! Так, это... Да не нормально. Не нормально. А мне супер. Кубки оставляю. Ой, это просто идеально. Вы опять будете играть. Кубки летят. Здесь опять мы выиграем и заберем наш кубок. Угу. Так, давай.
дедушка. Я не дедушка. Я Беребага. Что ты сказал? Хорошая пони, хорошая. Я буду вас тут слышать. Я без украшения. Нет, мне красивая пони. У тебя такой пони не слышишь. Ты ее подделала. Ага, подделала. Это ты спрыгнешь? Да. Хочешь даже на соревнованиях посмотрим? Ну, посмотрим, как ты спрыгнешь. Не подключаю режим питания. У меня какой-то волшебный пони. Просто суперская. Победила. Ты выиграла? Угу. Молодец. Кубка. У нас вот так вот прыгнул. Я не знаю. А у этой малой был, а не кожаный. А кубки. Они тоже никак не проигрывают. Вот иди к тебе. Вот иди к тебе. Вот иди к тебе. А что мы забегали? Почему? Сын, помогай. Куда ты выйдешь? Мама, можно я еще буду? Мам, я тоже хочу. Да пусти! Можно? Маленький. Кожники надеюсь. Алло! Да! Да!
Мама, и дети в туалете сидят, что на них напало? Этот напарник приехал. У него был пластырь лежит. Здравствуйте. Что на их пупсов напало? А почему они в туалете так много сидят? А, что же твой дядя? Хороший дядя. Дядя, уходите! Что вообще? Дядя, вы что? Бы вообще? Бе-бе-бе-бе-бе! Мама, зачем ты этого дядю выпил? Зачем ты этого дядю вызвала? Он просто злой навсегда будет к нам приходить и нам будет отправлять злые смайлики. И что? Уходите. Мы не будем злыми. Всегда. Всегда. Что? Почему у тебя лицо не красное? А на этом все, ребята. Всем пока-пока.